Забавно узреть, что FNAF Plus так и продолжает работу над собой. Все мы уже знаем, что есть страница в Стиме. Поэтому новость об этом вы не услышите. Однако я решил, что я должен сделать разговорный видос, ведь мне хочется сказать одну важную вещь. Я приду в FNAF Plus первее всех полностью. Если это смотрит Винди, то, во-первых, какого хрена ты тут делаешь, и у меня не так много зрителей. Во-вторых, я бросаю тебе вызов, потому что я постараюсь пройти все ночи, даже самые сложные, и выпустить видосы об этом первее тебя. Этот челлендж я дал себе, чтобы наконец-то не бояться первого ФНАФа. Ведь максимум, докуда я дошел, так это до второй ночи. Но в этот раз я постараюсь пройти эту игру максимально быстро и профессионально. И пройду все челленджи, которые даст эта игра. Я сделаю это первее самого Давко, который прошел Custom Night на 2020. Это моя цель на будущее. Если у меня не получится, вы увидите видос про Яой. Нет, серьезно. Я буду биться до последнего и смогу опередить самого ФНАФера всея Руси. А это дорого стоит. Я смотрю Андрюху уже 8 лет, поэтому для меня это будет значить многое. Ведь я смогу достичь уровня мастерства Андрюхи и даже, возможно, самого Давка. Итак, готовы ли вы, мои зрители, принять мой вызов Андрюхи? Ведь сегодня я дал себе огромную цель. Кто знает, какие цели мне придется поставить еще. Пока Андрюха этого видоса не заметил, я могу обойти его скрытно. Поэтому ни слова ему о моем челлендже. Пускай он будет выпускать видосы в своем темпе, а я в это время буду его обгонять. Хэштег вызов нафига. Боже мой. Что за ебанутый хэштег, господи. Хэштег нафига в комменты. Сегодня тот день, когда на моем канале появилось хоть что-то стоящее внимание. Хотя, возможно, я облажаюсь и в будущем. Но я рад, что поставил себе эту цель. Всем удачи и хорошего настроения. С вами был Мистер Джек. Всем пока. Удачи и хорошего настроения. С вами был Мистер Джек. Всем пока. Заебцы! Что за хуйня?